Что у меня все сперло, так и не запускается. Что там забанили? What's that? What's that? Ну-ка, ну-ка. Have it on an SSD. Kill them. No, we're not. We're gonna fucking kill them right now. Fucking report. Get the fucking. Yeah, but you don't have it on an SSD. By the way, you should. Oh, what the fuck? Our teammate just killed him. No, we're not. We're gonna fucking kill him right now. Fucking report. Get the fuck out of here. Aren't the kids trying to kill me? I don't like the way he's looking at me. I'm gonna run away. Yep, he's shooting at me. What the fuck? Okay. Yeah, I think so. Если вы плохо.
к Егору подъехала машина, какой-то знак круглый, какие-то такие. Не знаю. Ничего по поводу круглых знаков. А? Не знаешь ничего? Нет. Это прям на стекле нарисовано. Ну, мало ли там еще на стекле. Сейчас все клеят. Опа. Это US, что ли, что-то у меня? Вот медленно поднимается. Блять, вот вечно у нас с одноэтажными домиками, двухэтажными, по-моему, блядь. Зя-зя. О, спасибо.
Милтон. Так, наоборот, куда-нибудь подальше. Можешь взять себе пилку. Все равно на ней никто не удается. Есть.
Так уж ясно, понятно. Цельщик найти на морковку. Блять. Гребаная дверь, которая не сразу закрылась. Точнее, я в нее не сразу попал. Блин, игры в этом нету. We'll be right back.
О. Блин, я этот трек не знаю, но просто так буквы, эти буквы, звуки угадываю. Вот на фоне зеленого красный выделяется достаточно. Ну, такого зелено-серого. Я сначала думал, то, что там кровавое пятно. А белый прям хорошо видно на фоне неба, на фоне зеленой травы. Юг туда. Тихо. Что там на первом этаже даже бинтов не было? Косовый.
Но я ваншот в любом случае. Ломиком худяк. Что-то в потечинках тишина. Нашли люди друг друга. Люди находят клубы. Это хорошо. It is good. Люди встречают друг друга. Это, мне кажется, где-то не в починках. Какую-нибудь аэрочку, хилочек немного, и валить.
валить, это, конечно, хорошо сказано. О. О. Дача уезжает из починок, единственная из кражи. Ход дела. Больше ничего нету. Починка больше нечего, походу. Окей. Значит, мне тоже ловить нечего больше. Надо сварить. Что-то все вокруг починок простреливается. Надо было оставить дверь открытой, чтобы все думали, что там нет ничего. Курятники. Челик подъехал вот к этому дому. Мне дальше полями пёхать. У этих вторых. Кто-то там с карабином шлепает хорошо так.
Или это уже М24? Сильно я спалился, да? Фига, это я одиночными 10 патронов настрелял. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Фига, 35 выживших. О! Найс. Флешек, ёбаная гора. Фига, там кто-то с пулемета, что ли? ЭКМ. На ЭКМ у меня глушителя нет, к сожалению. Я по сковородке, кстати, раз попал. Увеличенный магазин.
Или взять арку, два разных калибра. Магазин быстрого доступа ПП. Что расширенного не нашел. Или не успел найти. Но судя по количеству ямок, которые здесь лежат, не нашел. Вагон. Воу, там бежать. Ебать. Поздум мод он. Блин, мне еще и через карьер бежать. Ебана рот. Ебать. Почему, когда у меня глушители, мне так не везет? Не один на бейсбол. Куцит больно довольно-таки. Ну, с таким кругом, я думаю, навряд ли кто-то будет сидеть. О, подарок моей судьбы. А, у нас есть кольцо, мы, кстати, можем на горку заехать в Приморске. Транспорт был уничтожен. Бля. Да ладно. Можно даже раньше юзать маленькую аптечку. Надо на узкое сужение бежать вот сюда вот. Дохилюсь и бустер схожу. Там придется сразу бежать. О. Этот чувак с карабином. Вот этот ваншот. Да ладно. 10-5. Тут, наверное, завершает калибр. Там баги. Мотоцикл.
там две баги. А, о, так, так стреляю. Там больно, сука. Бля, это близко, давай сосредоточимся. Кто-то пиздит тоже. Бля, Васька далеко. До него же бежать и бежать, мудак. Побежал, походу, для него. Не, сука. Да ну серьезно. Ты умрёшь за кругом, мразь. Блин, если б я его убил, был бы топ-10. Да, он умер за кругом, сука. Нет? Мне не покажет? Давай с помощью КМ. Да. Надо было мотак брать, что-то я тут ступанул. Дико. Фига там у чего коллекция кепок. Also die landen beide deiner Ecke. Nee, einer deiner und einer in den orangenen Häusern. Bei mir, warst du in beiden anderen schon? Nee, hey, da geh ich jetzt rein. Unterwegs ist, meinst du? Блин, даже у Swiss Brothers.
Даже лысого из Brothers больше подписчиков, чем у меня. Ну, естественно, даже лысый из Brothers. 21800, несмотря, короче, по месту я... Меня гоняет кто-то, походу, 2183 ПТС почему-то не меняется. Странно, странно, странно. Что фанаты дьявола, типа, не надо сделать под третьим.
вот так вот умеешь? Смотри, смотри, смотри. Оп. Задом. Оп. Оп. Пойдешь. Задом. Смотри, задом, задом, задом. Оп. Слабо. Оп. Оп. Слабо. Ебать, меня блинкает. Наверное, охренел. Оп. Задом, задом, давайте. Оп. Оп. Не? Не? Ты что завис? Эй. Пятью мне его дал. Липовка. Надо глянуть, сколько там воды в липовку. Дохерища, конечно. Там по дороге будут починки, школа. Всякая куча помоек, многоэтажки, бункеры, карьер, мильта, мильтапауэр. Опа, здорово. Пара человек будет только в липовку. Окей. Тогда чур магазин мой. А где магазин? А магазин в липовке разве не у дороги? Или его переместили. Так, одного вижу. Куда второй приземлился? Ту-ту-ту-ту-ту. О, я еще глушительный пистолет не брал. Каев. Сейчас типа кому повезет. Мне пока не особо. Тебе x4. Ти второй, блять, мне интересно. А-а-а. Второй Сангаров бежит. Либо он его там принял. Либо сука, ты такой живучий.
охуеть. Офигеть, я хз. Как он так втанчивает? Что-то бред вообще. Надо было дедушкину берданку взять. Это он еще с УЗИшки на дробовик успел переключиться. В принципе, в Липовке можно тусить. Ебать, я там, наверное, всех лагаю. Чувак на УАЗик упал. УАЗик-то я вижу. Я застрял. Снимите. Спасибо. Это мочепиколку видал. Но у меня ее спиздят, я на ней один ее приметил. Хэдшот, ваншот. Дизейбл. Стрелять можно мне? Короче, третий шум на все здание, это круто. Так, все, дедушка на берданка. Скромный дробовик оказался говном литейшим. Дверь.
Дверь меня запили. Опа. Блин, в прошлый раз пришлось отказаться от икей в пользу эклюзишки. Хотя бы там икей бы не завершал. Так, до вот этой серой хренотени я предлагаю ехать на мотоцикле. Там еще есть мотоцикл. Сколько в мильте? Рыбье и эмка-топчик. Эмка-топчик. Это эмка-топчик. С отдачей у нее, конечно. Обогнал. Блин, приходится всем извиняться теперь. Не, до 50 где-то человек, народ быстро дохнет. Так вот, мы умеем в такую комбинацию. Интересует.
соломиком. Если нету сковородки, то я соломик предпочитаю. Так, опачки. Опачки. Можно, в принципе, ехать. Где оптику поискать? В бомжачьих домиках подальше просто поездить в ту сторону, в сторону круга. Она же смещается сейчас на краю, такой если будет. А может быть оптика скрывается. На лесопилке. Понимаю, то, что нормальная оптика скрывается на дороге. Все же. Во, это близко. Сейчас везде близко будет стрелять. Эти домики поехали дальше. Еще. Дальше. Куда? Что-то все в одну сторону. Да ладно. Так, он там походу дело передумал. Или они мой мотоцикл спалили. Желтая дача. Здорово, Кирилл. Че не спишь? Дача где-то за домами стала. Дедушкины сарайки, что ли? А, ты решил на сон грядущий? Засыпать под стримы.
Тихо-тихо-тихо. Не-не-не-не-не-не. У меня нету ни подшечной подставки, ни компенсаторов, и места нету, потому что у меня 4 дымовухи. Сейчас меня сверху убьют. Киберспортсменом PUBG? Ну там вроде, чтобы стать киберспортсменом PUBG, нужно это... в сквадах уметь играть. Типа там на DreamHack будет по сквадам турнирчик. В PUBG. Ну, я тоже зависит от, нас, от настроения перед сном или ютубчик смотрю. Или Twitch. Блин, я столько... я столько не настреляю, сколько я подобрал, надо было убрать эту СКС-ку. Хотя... хотя... блин, ну челики сюда не поехали, и... блин, надо было бинты скинуть, но лучше. Челики сюда не поехали, и были в чем-то правы, что не поехали. По факту нет ни хрена. Да ладно. Не-не-не, не все. Сколько бинтов весит одна граната? 5. Чихал на него. Пищ. А сколько бустеров? О, не сколько бустеров. В Москве даже лан был? Нифига себе. Лан? Охренеть. Я бы поиграл с пингом 5-10 в PUBG. Но это бы не решило проблемы всех логутенов. О, что делать-то? Оптики нету. Или сопилку, наверное, уже кто-нибудь оккупировал. Типа, о, ко-ко-ко, центр круга. Повки сидят, скорее всего, уже, либо собираются садиться. Поеду, короче, в Липовке. One 2x2. Типа 2 на 2, что ли? Или чё? О, а тут платва без коляски стояла. Сигерсли, я не заметил. Так, ну там, скорее всего, на краю круга отстреливается, там ребята на лесопилке веселятся. А я, пожалуй, плотву возьму. А, дур? Ну... блин, тут как бы в соло, когда играешь, нет, типа, ну... такой особо киберспортивной составляющей нету, типа, ну, соревновательной части. Понятно то, что она есть, типа, там... ну, типа, блин, как сказать-то, в голове крутится мысль, а никак не объяснить. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, еще че у меня смысл сбил. Короче, один против всех, это такая себе киберспортивная составляющая. Так, хоть бы эта сарайка не в центре круга была, мне тут прохилится и все, да я поеду. Фу, ну почти. Так, а в Липовке я бы оптику поискал.
старые привычки 2x2. Блин, он мне еще броник сбил. Педик 138, 200. Носимый вес 50, носимый вес 50. Педик. Как мне 200 патрон на карабине отстрелять? Никак. Блин, там дотикает сейчас бинт от этого. Потом рояль изначально один был, против всех, потом придумали команды всякие. Ну, типа, надо было как-то тиминг регулировать. Чё он мотосится здесь? В Липовке сидит кто-то, что ли? Ладно, в сарайке сидеть плохая примета. Это сарайка ебли. Либо тебя, либо ты. Я не готов. Что-то в Липовке такое чувство, как будто не был никто. Я чисто в магазин, не убивайте. Я прицениться чё почём. Фу, я думал, тут ещё один карабин. Так. О, неплохая оптика. Неплохая. Могло быть и лучше, но я и такую возьму. Не хватает места на земле? Что? Дымовая граната весит 10556. Будем знать. Я сейчас сдохну со всеми этими бустерами. Так, вот это интересно. Кто-то тоже в магазин решил зайти. Или круг сюда пошел. Блин. Тут шопа. Приехал прицениться. Токет сейчас здесь и останусь. Блин, 19 человек. Может отсюда пешком реально идти? Нормальная тема. Сейчас заодно я опаздывать буду. Хорошо, опоздун. Блин, вот на этот самый фиговый нет прихода. На карабин. А, это кафешка, это не магазин, точно. Так, ну так точно башку видно. Там сосед по с карабином, который на УАЗике приехал. Не, нормальную оптику я искать не буду, такая самый раз. Сейчас как раз круг небольшой, все в этих деревьях сидеть будет. Будут, когда из Липовки всех выдавят. Там X4 такое себе. Вот можно было бы, как в армии, так полу присесть на жопку. Типа...
Блин, а вот перед этой стойкой анимация медленнее из-за того, что он оружие. Вот так вот, типа, через стойку. Воу-воу-воу-воу-воу, женщина, ты чё зашевелилась? Мяу-мяу-мяу. Ну, я вспоминаю... И... Опа. Вспоминаю я... И там вроде нет особо барных стоек. Он там не собирается сдохнуть? Серьезно? Вы все это время ждали, пока я из магазина выйду? Там чел на лодке, алло. Че, в глаза долбитесь, что ли? И откуда меня? Намного хуже. Когда женщина не шевелится, она превращается в ящик. Блин, с забором такое не прокатывает, как с окнами. Тут что получается? Как же так получается? А сейчас кто? Это у меня, что ли, мотоцикл угнали? Нет. Блин, там петуч на лодке, а я никак к нему пробраться не могу. Так, надо потихоньку из-за круга выбираться. Так, тихо, тихо, тихо. Женщина-инвалид в деле. Ага, ага. Тут... Аккуратненько. Так, где этот на лодке? Ага. Он сделал вид. Он ничего не делал, походу. Не, ну если кто-то сейчас будет вылезать из этих домиков мне в спину, вот с этих, с крайних, с побережных, то это дебил. Явно. Хотя время вагон. И маленькая тележка. Блин, а со стороны пляжа не ход топать. О, ну подождем, время еще есть. О, пятки только тащат, самое то. Только налево смотреть неудобно. Этот бежать надо. Так, чё там, где мой друг, который по мне стрелял? О, даровки. Ты меня давить будешь? Не, давай не давить. Давай без грязи. Давай чисто по-мужски разберемся. Я умру и все. Угу. Дотеры не могут пролезть в такие маленькие щели. Ме. Опять я 12-й умер. Около топ-10. Блин, вообще по-хорошему можно было его убивать с карабина, но я что-то вообще сегодня супер невнимательный. И не хочу им быть. Хочу чисто лениво. Так, ладно. Тогда всякую колбасню включать не буду. Включу чиллаут. Это я обычно между играми всякую колбасню включаю. Чтобы жопу постудить. Где чиллаут? Чиллаут. Веки тяжелеют. Блин,
Блин, где у меня флешка тут была? Блин, ладно. Как там эти гипнотизеры? Веки тяжелеют. Еще я такой бум, в клавиатуру. Карака X8. Это не карак, это карабин. Это старая, добрая, хорошая винтовка. Блин, я бы сейчас и поиграл в Battle Royale, там же этот самый, как его, Мальден вышел на халяву. Но блин, что-то там вообще никто не играет. Ну если даже сейчас зайти... Донаты просить? На лечение. Блин, это, конечно, самолет шумный. В смысле, Мальден, это ж, я не знаю, они, по ходу дела, вся новая аудитория, которая была в армии третьей. Ну, понятно то, что в Project Argus сначала вышел Мальден. Вот. И вся аудитория, которая, типа, еще с первой армы была фанатами армы, половина повымирала этих динозавров, а вторую половину надо даже как-то приманить. Типа ньюфагов уже наприманивали, надо олдфагов наприманивать. Вообще с приманиванием людей в арму 3 я хз. Сложно. Не знаю, как там отдел маркетинга в Богемии работает. Хотя, чё им нафиг им отдел маркетинга, нафиг им эти игрушки, они же военные симуляторы делают. Типа, они за военные симуляторы там бабло огребут больше, чем за арму за это. Ну да, сама как... Арма сама как составляющая, типа, со своими приколами, да. А вот именно то, что... Типа, вот именно кастомизация людей всегда... Кастомизация прикалывает. Тот же самый Skyrim, у него не было бы столько фанатов, если бы не моды. РП в GTA 5. Блин, забуриться бы на какой-нибудь сервачок РПшный GTA 5. О, дырявый скар. Чисто по фану. Оп, оп. Блин, что-то пролагивает. То есть, стоп. Что-то у меня brain delay. Тот чувак, который хотел меня у ангара убить, который на УАЗике приехал, отбегал в ангар, чтобы отбежать мне в спину. Надо было ему позволить сделать это, может быть, он сдох за кругом. Чё я делал? Чё я делал? Чё я, блядь, его делал? Так, стоп, если бы я что-то делал, я бы что-то снял. Хрен с ним. А, я арму вторую делал, нифига себе, если я даже этого не заметил. Естественно, до круга как до Китая раком. GTA 5 RPP, то, что на некоторых серверах есть войс, заинтересовало, но потом посмотрел еще стрим и отбросил такую идею. Ну блин, я какое-то время играл сам, долго играл сам. Достаточно долго играл сам. На Advanced вроде. Вот. Там много всяких забавных приколов было. Но РП... Блять, я был в этой помойке. Но РП в чем мой прикол? Типа там именно забавными ситуациями вывозят все. Типа такая песочница.
песочнице ковыряться весело. Особенно к тебе, когда под тридцатку. Баги есть. Ну ничего, ничего. Ну ничего, ничего. На безрыбье, как говорится. И баги автомобиль. Бульк. Опа. Как я заметил, потери патрон. Так, тогда закрывать не буду, чтобы время зря не терять. 24 слота и так куча NPC. Ну, NPC составляет проблему копам в основном. Типа медицинские кареты, быстрые, скорые, помощи приезжают к убитым NPC. Тут как бы дыра залутана. Короче, дыр в этом нету. А когда кто-то кого-то убивает, ну, короче, копам лишних проблем доставляет, грубо говоря, NPC. И, типа, обычным людям в том плане, типа, приезжаешь в Ганцерский район, там случайно даже кого-нибудь задавил. Особо одаренный РПшец NPC. Но это как стримеры, у которых нет никого на стриме, сами с собой разговаривают. Вот. Ну как бы да, понятно, типа, даже в психологии есть практика того, то, что типа рассуждение вслух это как бы развивает мышление. Но порой заходишь на некоторые стримы, и там чувак что-то о своем, ну вообще, какую-то отдаленную мысль даже не по игре говорит. И думаешь, ебать, параноик. Блин, у MP-шку нет девайсов. Взять дробовик. Блин, ну тут еще непонятно. Тут еще ехать, лодку искать в эту сосновку сраную. Ме. О, плотва? Серьезно? А я забыл, как самолет летел. Откуда-то отсюда сюда. Во, можешь в Приморск заехать. Хотя я не один такой дуборазумист, который захочет в Приморск. Из мили випана у меня есть морковка без девайсов. Каев? Каев. Блин, вот, кстати, когда я видал эти самые стримы по GTA 5 RP, ну типа Мэдисон же играл и там все прочие, на серверах, которые Amazing запилили, вот, зашел на этот самый, зашел на сайт Amazing RP, там, кстати, уже вроде открытые заявки на Amazing RP GTA 5, но блин, типа идти на сервер, который распиарен стримерами, это чё-то за шквар. Вот. И это самое. Я заходил в это. На Amazing RP в Army 3, на сервера на их. И чёт я хз. Окей. И чёт я хз, походу, дело приехал. Так, стоп. У меня есть переворачивалка транспорта. Ну, так и понятно, то, что они добирают людей. Плотва, комцумир.
Ёбанька рот. Плотва комца мир не будет. Блин, уже жопли бы понареспаунили водок, что ли. Блин, и не толкается, она прям брюхом села. Ох, все, походу дело приехали, точно. Че, по хилкам? Две аптеки, один пейнкиллер. Amazing был хорош, когда только открылся. Не знаю. Блин, я еще помню, играл во второй армии, в этот... В Чернорусе Лайф, там столько классных моментов были. Как мы банк грабили с чуваком. Вот там даже в армии во второй было чисто... О, там лодка. Можно прям сразу отсюда потихоньку плыть. Вот там чисто было все. Вот в армии во второй... В Чернорусе Лайф было все минималистично. Из-за того, что это было просто, было интересно. То есть там все упиралось в основной этот. Ну, в основной движок арма второй. То есть там не было всякой дичи, даже я хотел сказать, что. Ну, короче, в армии во второй было весело. И трава зеленее раньше была, и небо выше. Блин, а путь-то мне дольше. Ну да ладно. И вроде бы я больше ни в чё такое не играл. Сам во второй армии Черногорский Лайф. А, вот когда это самое Дред стримил первый Аутис Лайф. Я тоже что-то там попробовал, но понял то, что это, короче, не как в армии второй, все мудрено. Вот. А, мне не понравилось, короче. В РП третьей армы то, что это чисто тупо гриндилка. Ну, то есть, вот на Amazing РП там тупо гринд. Ты типа фармишь какую-нибудь хрень, чтобы нафармить еще какую-то хрень. Уровни профессий, нафига? Мне интересно знать, как часто на Amazing РП в армии третьей грабился банк. И вот эти условности, типа, то, что вот, если одна банда атакует другую банду, типа, вы должны написать смс-ку, типа, то, что пометить эту зону, то, что это боевая зона. Чего? Банда нападает на другую банду. Какая в жопу смс-ка? В смысле, в реальной жизни не каждый день банк грабит. Вот сейчас, именно в этот момент, где-то грабят банк. Понятно то, что там, типа, это самое... Че, ебанул к тебе, что ли? Плыви на свою лодку, дебил. И себе жить не дает, и людям вообще, чё за мразь? Блин, понятно то, что, типа, там небольшой город. Ну вот в армии второй, я помню, там вообще частенько банк грабили. Ну может, типа, самого жестокого больше ничего не было, может быть, из-за этого. Ну типа, это было круто, типа, у людей была цель, типа, грабить банк. Чего?
Не, ну этому бомжу тоже придется будет останавливаться, чтобы похилиться. Короче, опять все в говне. И бинтики еще есть. И тоже там, наверное, чтобы ограбить банк на Амейзинге, типа, вот, поставьте туда, типа, боевое положение, потом, типа, позвоните в полицию, типа, алло, мы собираемся грабить банк, здравствуйте. Блин, я пропустил, сдох чели кто-то или не сдох. Который мне поднасрать решил. Сейчас тоже кому-нибудь поднасрём. Хотя тут уже никто не поплывет. Типа. Так, а куда дальше? На одном ГРП всего раз куча военной техники. Мы там Федрезеров брали на том. КПД в многоактивных самолетах. Вау. Вот я бы, кстати, поиграл бы с удовольствием в этом. В побег в режим в армии 3. Не помню, я не играл во второй армии в побег, но мне помню, рассказывали, типа там супер весело. Там, когда челики из тюрьмы убегают, а кто-то их останавливает. И вот своей бы компанией какой-нибудь поиграть в побег. Ну и компанию сейчас хрен найдешь. У кого арма третья есть. Этот педик плывет еще. Серьезно? Вот мразь. Вот мразь. Где он? Я его потерял. Умер? Или хилится? Вот педик. Вот походу его сейчас умер. Но машины, скорее всего, здесь будут, хотя и пешком там уже можно будет идти. Короче, Кирилл, если надумаешь в третьей армии поиграть в побег, зови. Я не откажусь. Но вдруг
Опачки. Вижу отряд морских котиков. Серьезно. Блин, а мне в круг еще пилить. Тихо! И вот опять на том берегу, там плыть уже надо. Да че вы такие тормоза-то отбитые? Я думал, я тормоз. Почему, когда я дико торможу и куда-то опаздывают, находятся люди, которые... В этой игре даже два человека нашлось людей, которые тормозят. Вот до этого игру играл, у меня в спине чел был. До этого игра была, чел спускался с горы, мы там лесочками мансили друг от друга, и параллельно вместе спускались с горы. Нет, давай зайдем вдвоем в круг и типа порешаем как мужчины, кто кого. Нет, он мне там в кастрюлю, в сковородку три раза дал. В итоге я разворачиваюсь, типа, пока разворачивался, там, пока сообразил то, что мне... Короче, он меня убивает, и сам такой бежит уже, типа, и за кругом дохнет. Нахер ты дать. Что-то горит на опоздунов, которые опаздывают еще больше, чем ты. Нет, что-то вообще пригорело. Слегка так. Хотя не слегка, так средненько. Надо перекурить это дело. Веки тяжелеют. Эй, где музыка? Ого. Блин. Типа, я знаю то, что я не могу в тайминге. То есть, типа, когда сужается круг, то есть, ядрить. Это точно чиллаут? Почему на басар дисторшен? Или мне кажется? Нет. На басы зачем-то наложен эффект дисторшн. Блин, минус уши. Как под это можно чилить? Вот, я как бы понимаю то, что я в тайминге никогда не успеваю, и я частенько замечаю за собой, что опаздываю, поэтому мне как бы уютнее играть от центра круга. Круг сужается 2 минуты, купи себе песочные часы на 2 минуты. Ну там же есть круги, которые типа... Ну там же, ну таймер там есть, хрен с ним. Вот. Я в том плане то, что есть круги, у которых узкий радиус, широкий радиус. Типа, я могу сидеть на широком радиусе, там, бах-бах, убил челика, типа, сижу там, лутаю, там, вот, мне вот это вот надо, мне вот это не надо, это сюда, это, короче, туда я дел. И бах, такой, вспоминаешь, короче, я же сижу на широкой стороне круга, и такой, жопа в мыле начинаешь, там, а тебя там уже ждут. Даже на горловом пене сейчас бойцы накручу, нет. Как бы бас-бустерс эффект, блин, уже не особо популярный такой. Ну типа, ну не на чиллаут. Я понимаю, там пацанский рэпчик, который валит из девяточки, и типа еще типа там такие басы, то что задняя дверь гремит по швам и расходится, и болты сыпятся, гайки.
Во. Вот под этот приятный трек я удалюсь тушить пукан. Пушить тукан. БРБ. Короче. Блин, интересная цифра. У меня было 2999, сейчас 3330. Вау, под этот трек можно засыпать. Типа такой... Ножкой подергиваешь такой во сне. Представляешь, что ты в Вегасе. Такой, у тебя флеш-рояль. А на кону Пауляма. Ты просыпаешься с холодным поту. Не, я... Да, трек нормальный. Я подергиваю ножкой в такт. Саксофончик такой. Душевный. Синтезатор. Мудаки стреляют какие-то душевно тоже. В такт. Как Джим Керри. Блин, ну тебе ни хрена не слышно будет, сейчас будет самолет шуметь и ветер задувать. Так, что у нас на западе есть? Апса. Короче, вот эти бомжи домики. Что-то идеи нет вообще.
скорее всего, полетят. На бомжедомике. Они близко. Там есть подальше бомжедомики. Мне их хватит. Чего? Вот мы все летим. Игрок Огбу убивает игрока, используя удар. Убивает игрока, используя удар. Мы летим еще. Или типа можно с... если мансишь, типа или можно в полете драться? Нет. Как? Я видел, чувак, у меня на ютубе сохранена вот стрима. О, в тебе бомжи, а не один чел, ладно, пускай забирает. Вот. А. Не, ну короче, прикол в том был, я помню, типа, в самом начале, как только самолет полетел, мы что-то выпрыгнули на середине карты, и сразу в чате, типа, чувак пятерых положил, используя удар. Там читерас, скорее всего. Так, все, Гордон Фриман будет мной гордиться. О, какой-то бомж почти до Приморска долетел. Молодец, молодец, что по кругу. Круг на столбер. Что-то круги все от меня убегают. О, хоммейд випом. Не хватает места. Короче, в сарайке чок лежит, будем знать. Надо приучить уже себя на Аки одиночными стрелять. Аки, 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 Аки. Сарай кичок. Чок-чок. Чок-чок. Топчусь на рюкзаке и АФК вообще в тарелку. Блин, сегодня спал вообще как убитый, 11 часов, чё меня так бывает? Может, я заболел? Чувак в сарайке. Куда меня несет? Когда уже климбинг введут? Ты стол забором пилить. Три ручки. Четыре ручки. Больше ручек для бога ручек. Ручки, давай поднимем ручки и будем танцевать. Не. Не, ну в принципе я правильно сказал, мне даже вот этих бомжедомиков хватило на все просим. Воу, я не успел перезарядиться. Блин, ну вот это вот вообще банальная хрень. Открой 3D-редактор, сделай так, чтобы дозаряжал один патрон, а не два. Фу, да. Все правильно сказал. Один, а не два. Не-е-е-е. Опа. Дратуки. Опа. Конечно, лучше компенсатор.
Ну, пережевываться. Все, все. Ищем автомобиль. Мотоцикл. Цикл, цикл. Найду ли я М-ку? Maybe. Найду ли я машину? Поможет ли мне удать много хилок? Не поможет. Вот там, по сути, справа от карьера вот сейчас может быть. Машины респауны там есть. Надо на карьер залезть, короче, поглядеть. Блин, вот почему до 50 человек люди мрут как мухи вообще? А потом вот это вот начинается от 50 до 30. Средненько так дохнут. От 30 до 0 вообще. Начинается полный красопёс. Нафиг я сюда забирался, если мне нужно выше, по сути. Угу. Я понял. Ну, можно было эту сарайку залутать, но... Мотоцикл или куст? Непонятно. Стреляли. Надо бежать. Блин, вот это, как я понимаю, выстрел в саке. Саки. Саки. Или ты СКС? Непонятно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, тут лут еще какой-то лежит, оказывается. Да ладно. Я удачно зашел. Саки. Воу. Я удачно зашел. Мне это, конечно, поможет быстрее до круга добраться, третий рюкзак. Но... Кому-нибудь курьерскую доставку качественно оформить. Нормально сойдет. Блин, у меня один энергетик. Не. Так, это получается, кто из Цаки стрелял? Тут тоже, походу, дело без машины. А по кому он стрелял? По тому, у кого есть машина? Непонятно. Ох уж эти стрелки из Саки. Загадочные люди. Вот здесь вот респаун баги перед карьером, кстати, есть. Ну, не факт, что баги. Но бывает тут машины. Блин, а вдоль дороги бежать не получится. Ближайший респаун, условно, либо вот здесь, либо вот здесь.
Дальше респаунов будет очень редко. Вот здесь, в гараже починок, но там, скорее всего, есть. Так что, по ходу дела, опять меня крупно любил. Блин, равно. Во. Он уже мизинец устал бежать. Так, стоп. А, вот здесь под Апсой есть респаун машины. В этих полях нет респауна машины. Если бы я бежал здесь бы, то навряд ли я бы тоже что-то нашел и дал бы крюк. Обижать меня. Трактор. Воу, серьезно? Я сбил хил. Так стоп, я же пошел, когда было 0.5. Но 0.5 уже можно идти. Песос. Надо, короче, в центре карты падать, потому что невозможно. Я чё-то задолбался за кругами бегать. Пфф, у меня ещё ПТС растут, 2208. Потрачено. Как там? Из Вальсити. А это выполнение миссии. Продолжаем чилить. Давай, спокойной тебе ночи. Знаешь, что-то какая-то бодренькая музыка начала у тебя играть. Потрачено было в Сан-Рес? Не, музыку вспоминал. Типа, которая во время потрачено играет. А вспомнил лишь только проигрыш музыки, которая играет при выполнении миссии в Вайсити. Чиллаут не для побед. Так это ж я говорю, я включил, чтобы у тебя веки тяжелели. В итоге веки тяжелеют у меня. Блин, мне попачкали куртку и рубашку. Мя.
Так. Где транспорт? Опять нету транспорта. Блять, ну ты серьезно? Блед. Синий кит. Первый раз я так делаю, кстати, в Battlegroundsе. Федор Емельянов. Так, короче, чтобы не было происшествий, сразу надо взять машину. Так, все, опа, сосредоточился, собрался, разобрался. Круг, говно. В непонятных полях, лесах. UZ. А в гараже? Без коляски, пожалуйста, без коляски. Бля. Придется брать UZ. Воу, в карман можно канистру положить. Сигурсы. Так, вот этот дробовик. Где я, кстати, покоцаться успел? Вот этот дробовик теперь больше не мой друг. Мой друг теперь двухстволка. Этот дробовик меня подвел. Опа. 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 Как все интересно. Вот это я удачно зашел. Чего? Кого там принесло? Кто-то в Жужополь, что ли, приехал? Короче, раз там звуки всякие подозрительные,
в жужжу, блин. Я, пожалуй, с краешку тут полутаю. Блин, вот так вот эта игра будет. Оу, щит. It's amazing. Тихо. Увозим. Так. Оу. Полегче игра. Так. Так, ну значит мне нужен калибр не 5.56. И куча 5.56. Так, где мне найти кучу 5.56, когда самолет летел вот так вот? Мистер Енотка, да, Рова? Да можно и в дуо, но я хз. В дуо я начну, типа... громко разговаривать, давая инфу. А сейчас полтретьего ночи. Соседи вызовут милицию. А потом приедет дурка. Ну, что-то нету настроения, короче, в дуру играть. Можно, конечно. Это звук придется убавлять. Ну нет. Я еще думаю завязывать, наверное, потихонечку. Ты что-то не прет. Блин, мне бы в какой-нибудь другой калибр. Спасибо и тебе тоже. Блин, какой тактикульный третий рюкзачок, серенький. Я такой раньше не видел. Точнее, не тактикульный, а антитактикульный. Он белый. Подходит. Так, нафига этого набрал? Подходит под мой светленький стайл. Так, 5.56-то я, может быть, в этих многоэтажках и наберу, но оружие другого калибра. Блин, хоть и MP-шку бери. Блин, ну компенсатор есть, наверное. Третий шлем. Не-не-не. Я, конечно, запомнил, что в желтом домике есть третий шлем.
Mist drauf, wie die ist. Mist. Блин, ну тот УАЗик я уже спалился, по сути, в каком я в этом был, в желтом. Дядя, можно мне какой-нибудь еще калибр? Аку какой-нибудь я был бы не против. Все, понятно. Пошло, поехало. Двери лагать начал. А, круг уже приехал. Найс. И следующий недалеко. Недалеко я уже вытал. Так, значит, надо быстренько здесь найти что-то. Нажимается на лаку. Естественно, будет куча эмок. За этим я, собственно, тоже пришел. О! У меня даже на 3 магазина от пулемета не хватает. Чего я такого набрал? Блин, 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 блин. Аку, 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 аку. Позязя, аку. Позязя. Позязя. Не хватает места. Это я. Я так лутаюсь, что в третьем в рюкзаке не хватает места. Блин, минута осталась. Даже трехэтажную многоэтажку я не успею залутать за минуту. Почему мне канистра места дохрена занимает? Но у меня у вас все оправдано. Оправданные жертвы. Йоу. Игра, дай мне аку, пожалуйста. Мне даже не нужен второй армор. Дай мне аку. Ладно.
карабином. Я бы и от карабина не отказался, но молоку больше хочется. На мосту. Этой многоэтажки не будет, так мне кажется. Зато круг интересный. Центр куда-то поедем. Раз такая пьянка. Может, там ака. Так, у меня может быть в спине чел, который там с карабином шлюпал. Ладно. Думаю, бензина хватит. Никто не брал, значит, можно здесь заправиться, по сути.
Что за стрельба? Понял. Сейчас не понял.
откуда. Раз меня своими домовохами. Опять я в топ-11 умираю. Ой, востецкую, короче, если в топ-10 не вхожу, то все. Надо вырубать. Так, тут комментарий на тебя ставил. Ой, я тебя жду. Блин, да даже если войду в топ-10, надо вырубать попку. Патрик Робинсон прокомментировал мое видео на ютубе. Походу, Диву хочет предложить какую-то партнерку супер дикую. Типа я поставил лайк, поставь мне тоже лайк. Тогда наверняка вдруг запляшет лайк и кузнечик забеликает на скрипке. За кого было вообще? Начинается как новая дружба начинается с взаимолайков и партнерки разводов. Гражданский доступ воспрещен, военная база Сосновка. Опа. Интересно. Hmm.
Ну-ка, какая кучность у морковки? Если бёрстом стрелять. Я тебе, блядь, сейчас прям в ухо стрелять буду. Нет, от первого лица лучше в упор не стрелять. Опа. Где там моя подруга? А, сука, блин, давай меня, проститутка. Все бабы такие. Ебать у вас тут. Здорово. Транспорта у карьера нет или он только у меня не загрузился? Ну падай ты в домике, бери оружие, ну чё ты такая мразь-то? Чё ты как мудак? Он на том углу остановился. Будем знать. Стрелять мне еще не дать тебя сегодня. Надо стрелять. Так, это все, конечно, весело. А пострелять. Один.
этой броне. Я буду вечером. Мне броники не прогружаются, зато что не лаг. Дай броник. Ебать эти птички. Ты мразь или как третий дом, ни одного броника. О! Вот это, кстати, найс инфа. У нас было больше, чем было здесь. Можешь мне валить, пока все хорошо. Самолет как-то в Липовку летел. Девайсы я найду. Один же что, он не унесет два броника? Что мотоцикл он здесь мне оставил? Это спасибо. Ну, один что, он не унесет два вторых рюкзака? Свои любимые домики.
Опа, вот выедет быстро. Там еще мотоцикл. Ботва едет реально быстро. И ни одна моя ботва едет так быстро. Блин, куда пойти? 2222. Кайф. Так он изменится? Ну да ладно. Куда пойти? В готику? Или в Warframe? Блин, от Warframe башка будет болеться, а у меня уже башка болит. Наконец-то я могу ходить по воде. Ну а там мы разберемся. Так. Все, данный момент я прошел. Что дуем отсюда? Тем не менее, будем надеяться, что он затащит. Во всяком случае, единственный раз, когда я был в Лайтхаусе, он был непосредственным участником этого события. Вторым был Волк, но он, скорее всего, уже умер от передозировки Destiny. Давно я его не видел. Хотя у меня есть сообщение от него в PSN двухмесячной давности. Привет, я скучаю. Или это я ему отправил, не знаю. Вряд ли он по мне скучает, когда мы в последний раз сыграли, у него так жопа сгорела от меня. Он сказал, бля, фу нахуй, и ушел. Пердёж, да, пердёж — это звук победы. Сегодня, мне кажется, Beer From Rush просто охуевал, когда я делал этот квест на пистолет с тремя патронами, блядь. С утра. Hey, Попок, I really love this video. Sorry for being in your spam folder, but can you please follow me? Ram, you can click this link. To check out your best regards, Patricia. Охренеть, кто-то мне в комментариях пиарит Инстаграм. Блять, Инстаграм успешного человека. Доллары, ухры. Сори. But it isn't, don't you, Instagram.
Блин, Warframe или Котика? Warframe или Котика? Надо Готику бы попроходить. Надо бы. Ну-ка, Warframe вообще дофига, наверное, стримит. В принципе, у меня со второго раза не должно там мозг кипеть. Но там еще, в принципе, у меня есть в чем разбираться. Шесть человек? С такими Warframe в 3 часа ночи, с воскресенья на понедельник. У этих людей не должно быть жизни, фармим все. Самый одиозный человек в комьюнити. Вы не верите, не поверите, это не кликбейт, вам просто надо, бла-бла-бла. Одинокий стример ищет свою бутылку. Показываю свою зануку на стриме. Фарм кач и прочее. Господи. Не-не-не, у этих людей явно нет жизни. Зануку он там показывает. Пойду в Готику. На пару часиков и спать.